Произошла, а может и не произошла, могла произойти. Нет, впрочем, произошла. А в общем, это не так важно. Скажем, произошла с водителем именно этого автопарка Петровым. Вы его видели, помните? И произошла она как раз в тот день, когда этот исключительно робкий, застенчивый человек наконец исполнился решимости. Действительно, сколько можно тянуть? Если вам его поведение покажется слишком раскованным, даже развязным, не верьте ему. Это только для того, чтобы преодолеть робость. Лидочка. Лидочка Ивановна. Я вас слушаю, товарищ Петров. Но неужели ваше сердечко ни разу не дрогнуло от того, что я буквально тащаю на ваших глазах? Поэтому я хочу с вами договориться. Завтра днем, после вашей смены, я заеду к вам домой, и вы мне твердо ответите. Могу ли я рассчитывать на вашу руку и сердце, или же нет? Потому что так продолжаться больше не может. Петров! Петров, что Петров? Отвези груз. Что за груз? Котел. Какой котел? Ну, большой такой, что я разбираюсь в них. Только учти, в котле другой котел. Ну и что? Ну что, что? Греметь будет что? Ну и что, что будет греметь? Петров, скоро рассвет, самый сон. Город спит. Прошу тебя, непременно вокруг поезжай. Вокруг? Чего ради? Вокруг не поеду, в два раза дальше. Ой, нельзя, нельзя, Петров. Ничего себе вокруг, ближний свет. Слушай, Петров, ну я тебя прошу, непременно вокруг. Трудно сказать, от природы ли Петров такой впечатлительный. Только это редкое свойство человеческое в нем дремало. И лишь сегодня диспетчер Лидочка разбудила его. Во всяком случае, в одно короткое мгновение у шлагбаума перед его глазами прошли события, одно за другим, и связанные одно с другим, ну, просто как в кино. Говорят, людей не обижай, по прямой дороге не езжай. Но полно упущено невест от того, что ездил я в объезд. Прошу я прощения за звон колокольный, прямая дорога короче окольной. Скорей на свидание, мне надо успеть. А вам из-за шума, а вам из-за шума, а вам из-за шума не стоит шуметь. Говорят, что городу нужна по ночам ночная тишина.
Из-за этой самой тишины я могу остаться без жены. Прошу я прощения за звон колокольный, прямая дорога, короче, окольный. Скорей на свидание, мне надо успеть, а вам из-за шума, а вам из-за шума, а вам из-за шума не стоит шуметь. А, пожар! Что ли? Ты же знаешь, когда я просыпаюсь, мне надо покурить. А свет? Фу, гадость какая. Покуришь, постучишь. Что, тебя тоже разбудили? Куда ж ты из своей теплой постели? Вера, ну проснись! Вера! Ну что вы? Как вам не стыдно? Ой. Вы же так весь дом разбудите. Извините, но дело в том, что я попал в безвыходное положение. Что? Я говорю, пока жена спит. Что пока жена спит? Что пока жена спит, а? Я говорю, что пока жена спит. Ты успеваешь полюбезничать с соседкой, да? А что ему оставалось делать? Ну, если жена держит мужа в таком черном теле, выгоняет на ночь на балкон и еще дверь закрывает. Ну, этого я тебе никогда не прощу. Чего это ты мне никогда не простишь? Твоей терпимости. Над тобой, над женой насмехаются, как хотят, а ты не можешь слова замолвить. Не выдумывай. Никто над тобой не насмехался. Мы сами виноваты. Разбудили человека. И вообще, не надо делать из этого историю. И потом, что это значит? Пока жена спит, пока жена спит. Ты что, ревнуешь? Я ревную? О, Господи. Вера, ну так можно дойти до абсурда. До абсурда не знаю, а до развода это точно. Видимо, этим у нас все и кончится. Хорошо, давай до развода. Можешь взять себе Колю. Он на тебя больше похож. Бедные мальчики, им придется расстаться. Нет, это невероятно! Это непостижимо! Непостижимо! Похож. Что ты вскочил? Все очень даже постижимо. Не похож. А ты бы как мужчина мог быть более терпимым. Каким? Терпимым. Уходишь? Да. Куда? На работу. Так рано? Все равно. Странно. Ничего странного. Ну и пожалуйста, иди куда хочешь. А я буду спать. А я в этом нисколько не сомневаюсь. Юр. Юр, ну что ты вздумал в прятки по ночам играть? Неужели правда ушел? Юра! Юра, вернись! Обидно. Поссорил. Все из-за того, что я не умею держать себя в руках. Надо будет заняться самовоспитанием. Иначе я и жену потеряю.
и детей. Но что же все-таки меня разбудило сегодня? Страшные звуки. Сегодня асфальт получается. Просто душа радуется. Эй! Ну, куда же ты залез? Вы что, не слышите, что я вам говорю? Я же все утро работал. Здесь же совсем свежий асфальт. Вы что, не видите? Вижу. Ну и что вы видите? Что я в комнатных туфлях. Ну и что, что в комнатных туфлях? И в комнатных туфлях нельзя ходить по свежему асфальту. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы видите, что я в комнатных туфлях, или это вам ничего не объясняет? Я все понимаю. Но повторяю, и в комнатных туфлях нельзя ходить по свежему асфальту. И шумник что придумал? Что в комнатных туфлях можно ходить по свежему асфальту. А какой был асфальт? Стойте! Стойте! Стой! Послушайте! И слушать не желаю! Подождите, подождите, что же вы... Вы же нормальный человек, вы же не пьяный, что же вы так разговариваете... Разговаривайте с женщиной, я не понимаю. И понимать нечего. Он тоже был нормальный человек и тоже взрослый, а прошел по сырому асфальту, как по сердцу, и еще считает, что имеет право. И вся моя работа... Тьфу! Да при чем здесь я не понимаю? Может, вы тоже думаете, что если у вас туфли на платформе, на которые и смотреть противно, тоже имеете право ходить там же, где и он. Так что идите, гражданочка, своим путем, но только не по сырому асфальту. Не смейте! Не смейте так... оскорблять мое человеческое достоинство. Я этого так не оставлю. Я милицию позову. Сейчас мы составим акт и посадим вас, голубчик, на 15 суток. Вот, товарищ милиционер, помогите! Чего ты на нее напал? Да вот, испортит с утра настроение. Гляни же, стараешься. Товарищ милиционер! Товарищ милиционер! Я вас слушаю. Товарищ милиционер, среди бела дня меня оскорбили сейчас. Вот. Вон тот тип с граблями, небритый, как пират. Знаете что, позвоните по 02 и вызовите милицию. Он никуда не убежит, а вы все расскажете милиции, а? Как милиция? А вы разве не милиция? Милиция, но я не та милиция, которая вам нужна. Видите, какое движение? Вот теперь я вижу, что вы действительно не та милиция, которая мне нужна. Вы умеете только красиво размахивать палочкой и посылать людей к телефону-автомату. Стыдитесь! Почему я должен стыдиться? Почему? Я исправно несу свою службу. Да, да, да. А если вам не нравится, как я машу палочкой, да, можете жаловаться в ГАИ на регулировщика Борисова. Извините, да. Бестия, где она взялась на мою голову? Здравствуйте.
Ну и чему вы улыбаетесь? А просто так. Хорошее настроение. Угу. Ну-ну. А рубль зачем держите? А чтобы сразу штраф заплатить. А вы знаете, в чем вы нарушили движение? Нет, я представления не имею. А, значит, неопытный нарушитель. Да, я неопытный нарушитель. А вы знаете, что неопытный нарушитель — это самое страшное? Ваши права, пожалуйста. Но я не в том смысле неопытный, что я неопытный за рулем, а в том смысле, что я редко нарушаю правила. Ну как же редко, если вы знаете, что надо сразу давать рубль? Ну, говорят. Ну, я думал, что лучше отдать рубль, чем вступать в пререкание, понимаете? Вы считаете, что лучше отдать рубль? А сколько надо? А? А я считаю, что лучше не нарушать правила. А что, я нарушил? А что, разве нет? Нет, я не знаю. А почему вы поехали через перекресток, когда я поднял жест? А потому что ваша помощница разрешила движение прямо. Прямо? Прямо, да. Моя помощница? Так. А вы что, не можете отличить случайную прохожую от сотрудника ГАИ? Но она вроде была в форме, вроде бы тоже руководила движением. Вроде. Да. А где же вы, интересно, видели, чтобы на перекрестке стояли сразу два регулировщика? Я нигде не видел, но сейчас увидел. И отдал предпочтение женщине. Тем более, что она была с жезлом. А почему вы не говорите «вроде бы»? Ну, вроде бы с жезлом вроде бы. Так. Ну вот, значит, если вы не умеете отличить жезла регулировщика от складного женского зонтика, я у вас забираю права. Товарищ старшина. До свидания. Товарищ. Что с ним такое? Какая муха его сегодня укусила? Ой. Ага. О, здравствуйте, Иван Ильич. Доброе утро. Приветствую вас. Доброе утро. Я вам не советую сейчас идти. Это почему? Вы что, не видите, в каком он настроении? У меня маленькое секундное дело. Можно? Проходите. Садитесь. Спасибо, Иван Сергеевич. Ну что у вас? Я по личному вопросу. Вы знаете, по личным вопросам я принимаю в среду и в пятницу с 3 до 6. И правильно делаете, но у меня такой личный вопрос, который не терпит отлагательства. Ну, я слушаю. Иван Сергеевич, вы вчера подписали приказ об отпусках. Да, подписал. И мой отпуск попадает на август месяц. Ну, я помню, выпадает на август. Правильно. А вы что хотите? Я вот написал заявление. Вот, пожалуйста, все четко и определенно. Прошу вас. Директору конторы ВМВС заявление. Прошу вас перенести мой отпуск с августа на ноябрь. Веду и все. Что введу-то? Там точки нет, Иван Сергеевич. Да я вижу, что точки нет. Да если я напишу правду ввиду чего, это просто будет неудобно. Лично я просто потом приду какую-нибудь уважительную причину, а вы пока подпишите, ну, а хорошо, потом я хорошо, допишу хорошо, вы можете причину. Не писать, если неудобно, но я-то могу знать ввиду чего? Да, вы-то, конечно, можете знать, конечно. Ну? Ведь личный вопрос такой. Но для того, чтобы издать дополнение к приказу, я должен знать, ввиду чего вы просите замену. Ну да, правильно. Видите, Иван Сергеевич, если я правду напишу, чего я прошу замену, напишу вот здесь правду, то получится приблизительно такая фраза, ввиду моей большой любви к жене. Я люблю рыбную ловлю. Я не понимаю, вы любите жену или любите ловить рыбу? И то, и другое. А, понимаю. Но до сих пор любовь к моей жене не мешала рыбной ловле. Я все это совмещал. Мы валазы далеко, за город. Там тебе ни шума, ни машин. Не машин. Ну да. Вот. А в прошлом году я забрался в такую глушь, откуда ни письма, ни открытки, ничего. И моя жена заподозрила, что я там фильтрую. Что делали? Ну, конечно, флиртую, это я юморю иногда. Она мне устроила такую сцену фонтана,
что я прошу, перенеси мой отпуск на ноябрь. Мы поедем вместе. Нет. Переделывать приказ я не стану. Я просто не узнаю, Иван Сергеевич. Вы всегда были такой добрый, отзывчивый человек. Добрый? Приказ переделывать не буду. Да. Ну что, не сможете ничего сделать с отпуском? Абсолютно невозможно. Так. Значит, в сентябре месяце я уволюсь только всего. Вот так. Не уволитесь. Это отразится на вашем непрерывном стаже. На вашей будущей пенсии, на вашей прогрессивке. Там, где начинается настоящая любовь, кончается бухгалтерия. Понятно? Минуточку. Пока вы не уволились, потрудитесь сделать вот это. Человек отпросился с работы, ждет сегодня мастера. Я этого делать не буду. Почему? Я чужие грехи заваливать не буду. То дело пусть и переделывает. Тот, кто ремонтировал его, сегодня нет. Я поручаю эту работу вам. А я этого делать не буду. Алексеев, вы забываетесь. Я вас ударю. Что? Я вас ударю по двум статьям. По 13-й зарплате и по прогрессивке. И возьмите. Возьмите. Или я вас накажу. Хорошо. Я возьму. Возьму. Но вы не только возьмете, вы и пойдете туда. Вы что, пойти? Пойдете. Туда? Туда пойдете и сделаете все. Что? Ах, сел? Да. Ах, пойти. Хорошо, я пойду, я сделаю. Ладно. Идите. Ну, как? А никак. Подготовьте дополнение к приказу и перенесите отпуск Алексеева на ноябрь. Но объявлять ему об этом пока не надо. Пусть это будет сюрпризом. Ромашки спрятались, поникли лютики. Вода холодная в реке течет. Зачем вы, девочки, красивых любите? Не постоянно. Чем вы, девочки? Кто там? Мастер. А это правда? Правда, правда. Вызывает, кто издевается. Здравствуйте. Какая молодая, здоровая. Днем на цепи сидите. Ой, вы знаете, у вас был такой взгляд, а я одна, мало ли что. Одна это хорошо. Ну что ж тут хорошего? Может, я вместо ремонта пофильтровать захочу? Что? Профильтровать? Не что, а с кем мы? Ой, ну что вы, уже не тот возраст. Один он скоро меня старухой сделает. Как вы не одни тут, черт возьми, всякую чепуху мелю, извините. Нет, 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 не сюда. Он на кухне. Вот он, родной мой холодильничек. Он меня в гроб сведет. Целую неделю не дает спать. Я отключать не отключаю, там продукты. Но когда она останавливается, грохочет, как паровоз свой. Все ясно. Ой, какая прелесть. Все ясно, он меня накажет. Ой. Он из-за меня приказ переделывать не может. Какой приказ? Нет, я говорю, все ясно. Как приятно видеть мужчину, который хорошо знает свое дело. Кто вам ставил агрегат? Такой невидный. В берете, с обручальным кольцом, чернявый. Глаза на выкате нахальные. Ну, не совсем. Все ясно, чернявый. Значит так, тут дело на копейку. Ага. Но я переделывать не буду. Я просто пришел убедиться, что это делал чернявый. А вот раз чернявый это делал, ставил этот агрегат, пусть он и переделывает. А может быть, не чернявый? Чернявый, чернявый! А как же я теперь? А никак.
Вот придет чернявый, пусть и переделают. И снова ждать? Ничего не поделаешь. Да как-то воспитывать этих халтурщиков. Ну, халтурщиков, конечно, но зачем же меня? Что, я должна снова не спать, ждать, отпрашиваться на работе? Ну, пожалуйста, ну, сделайте, я вас умоляю. Ну, что вам стоит? Не могу. Почему? Из принципа. Вы знаете, как меня сегодня обидели? Это вас обидели, а я тут при чем? Вот ни при чем. Так почему же вы меня обижаете? Я вас так ждала. Ну, так ждала. Такая здоровая, красивая женщина и ревет, как белуга. Не надо, я сейчас все сделаю. Две минуточки, одну минуточку. Успокойся, спокойно, раз, сейчас. Вот, сейчас две минуты, и он у нас перестанет танцевать. Так, сейчас. В полном порядке будет. Сейчас все будет в полном порядке. Я сейчас тут докручу. Не надо! Вы слышите, что я сказала? Не надо! Меня еще никто в жизни не мог заставить плакать, а вы заставили. Я уходите! Я все сделаю. Все будет в порядке. Уходите отсюда! Куда вы понесли, я же не докрутил? Куда? Уходите! Вы слышите? Мне уже ничего не надо! Я уже ничего не хочу! Ты почему не уходишь? Да. Куда вы идете? Куда вы? Куда? Встречи. Мои вещи! Спасибо. Отвертка на кухне. Не надо портить продукты. Правильно. А настроение можно портить? Ну, иди. Спасибо, что подменила. А, не стоит. Вот, проверь, это за твои полсмены. Хорошо. У тебя все в порядке? Ой, не говори. А что такое? Да потом расскажу. Ну, пока. Все, 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 магазин закрыт на перерыв. Я не Можно? Таня, а Катя. Тем более. Катенька, ведь еще целых 5 минут до перерыва. Магазин закрыт на перерыв. Ну, пропустите, ну, смотрите, как похудел. Ну, прошу вас, пропустите. Нельзя. Ну, золотко, ну, прошу вас. Оп, благодарю. Здравствуйте. Не мешайте. Дайте мне на рубль колбасы. Обед еще не начался. Еще целых 5 минут. Господи, что же вы меня сбиваете? Разве вы не видите, я считаю, 5? Где же чек на 5? Где же чек на 5? Ничего не понимаю. Откуда я взяла 5? Это я сказал 5. Вы? Я. Вы что, специально меня сбиваете? Да вы что, в самом деле? Простите, но я жду уже целых 3 минут. Время подходит. Пора. Ам-ам. Ам-ам. Ну что вы в самом деле? Ну дайте мне досчитать. Что же это такое? Считайте, пожалуйста. Ну ведь там же люди. Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Я сейчас милицию вызову. Ну что это такое? Это ужас какой-то. Честно слово, невозможно работать. Невозможно. Зачем ты его так? Не трогай Егорушка эту вывеску. Где же он? Простите, вы карусельщика не видели? А когда карусель будет крутиться? Когда? Ты научишься терпеть и будешь вести себя примерно. А я уже.
веду себя примерно. Ну вот, стоило тебе потерпеть, и он пришел. Сейчас мы с тобой покрутимся на оленях. Не покрутитесь. Но перерыв уже. Ну и что, что уже? Вы же видите, я кушаю. Вижу. Сейчас, Егор. Ой, ну, осторожней. А может быть, вы включите, и пока мы покрутимся, вы покушаете? Мы не будем на дядю в претензии, если покрутимся немного дольше. Правда, Егор? Мы покрутимся, а дядя покушает. Ну, люди, а? Ну, люди, поесть спокойно не дадут. Идите, крутитесь. О, спасибо, это благородно. Так, сейчас мы... Егор, ну что ты прячешься там? Егорушка! Боишься? Ну как тебе не стыдно? А еще хотел быть летчиком. Ну? Так вы едете или не едете? Одну секундочку, извините, пожалуйста. Ну. Трусишка. Ну хорошо, посмотри, как папа будет ездить. Егор, ничего нет страшного! Обошлось. А вы испугались. Заноза! Где мы тут? А вы были в Америке? Да? Где я могу видеть вашего тихо. Директора? Не надо, не надо. Тихо. Там. 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 Цвет вот. Вот в такой. Да. Да. Ну-ка. Вот этот? Нет, ну что, это мрачно, это неинтересно. Нет, ребят, это надо перекрасить. Люди приходят там отдыхать, мы должны им создать хорошее, веселое настроение. Минутку. Центральный парк культуры отдыха. Да? Да. А, массовик-затейник, конечно, нужен. Ах, профессионал? Тем более. А когда он придет? Сейчас придет? О, благодарю вас, спасибо. Я жду. Где директор? Полюбуйтесь. Ой, наконец-то, очень рада. Так что? Вот вы какой, очень мило, очень мило. Но знаете что, мне кажется, немного мрачновато. Мрачно? Даже вот это пятно, ну зачем? Пятно? Вот оно пачкается. Вот этот костюм. Нет, послушайте, одну минуту, я хочу вам сделать замечание. Это комическая маска, так? Разрешите мне сделать замечание. Маска! Одну минуту. Вот эти пятна, дыры, вы талантливый человек. Я в этом уверена, поверьте мне. Вы должны посетить, а не пугать их своим видом. Вы не забывайте об этом. Вы профессионал, затейник, массовик. Вы должны... Помнить, что... Я не профессионал, затейник. А кто? Я посетитель.
Я... Не надо. Не надо. Завтра же отремонтируйте мне пиджак и купите ботинок. Туфель нашелся. Центральный парк культуры и отдыха. Мамочка, это я. Ну что, мам, я слышу. Ма. Ну-ну, я слушаю тебя. Сегодня должно произойти одно очень важное событие. У тебя должно произойти? У меня уже произошло одно важное событие. Мамочка. Знаешь, я решила пригласить сегодня Володю Павлова к нам в гости и познакомить его с тобой и с папой. Не знаю никого Павлова, Сидорова, Соколова, никого я не знаю. Что случилось, мам? Я тебя умоляю, ну что случилось? Что произошло? Ничего не случилось. Я не хочу говорить с тобой на эту тему. Я ничего не понимаю. Ты не понимаешь, да, не понимаешь, потому что ты думаешь только о себе. Мам, ну я так не могу. Ты понимаешь, я не буду говорить с тобой на эту тему. Хватит. Что случилось? Ничего. Так пить хочется. Тебе что-то мама сказала? Не обращай внимания. Как это на маму и не обращать внимания? Теперь я поняла, какой ты. Какой? Бессердечный. Я? Ты. Если тебе от этого легче, назови меня кем угодно. А потом попроси прощения, мы вместе посмеемся. Ты действительно бессердечный, грубый человек. Да, бессердечный и грубый. Только я тебя очень прошу, не переходи границы, а то ведь и мое терпение может лопнуть. Не бойся, твое терпение не лопнет никогда. Ты слишком толстокож. Ну, знаешь ли, всему на свете есть предел. Будьте любезны, перейдите на другую точку. Отойдите! Отстаньте! Не приставайте! Привет. Слушай, твоя тренога не может отодвинуться в сторону, пока я проеду, а? Не может. Как это не может? Ты что? Слушай, на-ка вот тебе яблочко, угости свою девушку. Ну, ваш друг, я с ночи на ногах. Понимаешь, котел отвозил, до сих пор в ушах звенит, будь он неладен. А теперь спешу обратно, мне нельзя задерживаться, у меня важное дело, друг. А? Но одним словом, все должно решиться в моей жизни, понимаешь? Ничего, подождешь. Как это подождешь? Как это подождешь? Ты что? Дуну только разок и полетишь, как
Дунь, Дунь, что ж ты не дуешь? Сейчас я тебе покажу, что такое. Эй, эй! Классный шофер, понял? Друг, погоди! Я сбегаю в колхоз за трактором! За трактором? Друг! Приятель! Лидочка! Лидочка. Движение же. Да я это... Хулиган. Ну почему же я хулиган? Что ты спишь? Я задумался. Уснул он, что ли? Нет, он задумался. Проезжай, проезжай. Представьте, как живо все прошло перед глазами Петрова. Да с какими подробностями. А просто как в кино. Ну почему... Так бывает, ну почему? Так бывает, что сгоряча из-за ерунды. Кто-то тебя обижает, кто-то тебя обижает, и целый день ходишь хмурый ты. Как хорошо, что голубое небо теперь для нас с тобою. Нет, плохо все, осенний дождь идет. Как хорошо, что ночи звездны, что никогда любить не поздно. Нет, плохо все, но как же плохо все. Это пока лишь идея, это пока лишь идея, но нам ее стоит воплотить. Будем беречь наши нервы, будем беречь ваши нервы, и сразу всем станет легче жить. Как хорошо, что голубое небо теперь для нас с тобою. Как хорошо, осенний дождь прошел. Как хорошо, что ночи звездны, что никогда любить не поздно, как хорошо, что все так хорошо.
Матвеевич Митрушкин служит здесь лет 15. Особыми талантами не блещет, однако этот недостаток успешно компенсирует непрерывным стажем. Гуляй. Гуляй, гуляй. Алло, вас слушают. Эдик, ты почему трубку не берешь? Светка, малыш. Как тебе не стыдно? Еще голос изменил? Ну, здравствуй, ну как тебе не стыдно? Я сейчас думал о тебе. Вспоминал неповторимые мгновения. Почему неповторимые? Ну, я имею в виду неповторимость в ближайшее время, потому что я сегодня уезжаю в командировку на 2 недели. Ладно, поговорим при встрече. Но ты от меня не скроешься, Идюша. Целуй. Ну, надо же. Как она нашла мой телефон? Эдуард, нужно держать ухо востро. Алло, вас слушают? А, Танюша, малыш. Ну что, очень занят, занят. Все время занят. А, минутку, извини. Извини. Алло, вас слушают? Надюша, малыш, здравствуй. Ну вот я и вернулся. Да. Извини. Танюша, да, я печатаю доклад. Да, срочное совещание. Созвонимся, будь в напряжении. Пока. Сразу хочу тебя видеть. Что значит когда? Сегодня? Ну вот сейчас, да. Немедленно. Здрасте. Доброе утро, Акоп Тигранович. Доброе утро. Обязательно буду у тебя. Да, извини, пришел академик. Целую. Ну, Юрочка, отыграешься? А? Попробую. Коллега, между прочим, обед. Анна Тимофеевна, у меня диета. Эдуард Матвеевич, вы не могли бы поухаживать за нами? Татьяна Ивановна, извините, но я ухаживаю только за больной женой. Танечка! Эдуард Матвеевич, что с вами? Вам плохо? Доктора! Наверное, сердце. Массаж. Дайте воды. Воздух. 10 капель. 15. 10. 15. Чушь. Только сырая вода. В неограниченном количестве. Может, врача? Не надо врача. Там 21 капля. Ольга. Спасибо, друзья. Эдуард Матвеевич, вы губите себя. Идите домой. Как можно? Даже не надо говорить об этом. Ну, не надо. Ой. Эдуард Матвеевич, немедленно домой. Приказ Акопа Тиграновича. Анна Тимофеевна, ну я же просил. Обсуждению не подлежит. Акоп Тигранович, вы только не беспокойтесь. Ничего, ничего. Как у вас дома? Без изменений. А как здоровье супруги? Улучшается? Не ухудшилось бы, и то хорошо. А что врачи? А, у них на уме одни диссертации. Обобщаете, обобщаете, Эдуард Матвеевич. Да что там обобщаю? Вот сегодня моя супруга всю ночь по карнизу ходила. Как по карнизу? Она у меня сомнамбула. Кто? Ну, лунатик. Лунатик.
И я всю ночь не спал, а вы говорите, медицина. Иной раз один боишься в квартире остаться, не зная, что она может выкинуть. Кошмар, кошмар. Да, Коптигран, человек ко всему привыкает. Ну что ж, спасибо вам. До свидания. Поправляйтесь. Благодарю вас. Дойдете? Да, потихоньку, помаленьку. Продолжим просмотр. Прям. Еще. Куропатка. Еще. Нет, Лена, больше не могу. Все, надоело. Да черт, не могу больше. Ну, не могу. Устал. Эдик, выпей, дорогой. Успокойся. Лена, ну сколько можно? Митрушкин, поехали на охоту. Поехали на охоту. Без тебя охота не охота. Поехали на 2 дня. Ну почему я должен подвергать свою жизнь опасности из-за окопа Тигранч? Бросать семью. Вот попадешь к кабану на клыки и привет. Эдик, ты мужчина. Поедешь. Подышишь свежим воздухом. Отдохнешь. Только с патронами осторожнее. Послушай. Что? Раньше ты мне устраивала скандал из-за охоты, а теперь сама уговариваешь. Странно. Я просто поняла, что начальство есть начальство. Нет, это подозрительно. Ну что подозрительно? Это очень подозрительно. Подозрительно? Ну, подозрительно. Дурачок ты мой, я тебя люблю, дурачок мой. Серьезно? Разобрали. Мне еще повезло. А вот одному доценту кинжал выдали. Скажи, пожалуйста, а вот лук со стрелами никому не достался? Все шутишь, малыш. Дорогой гость, прошу. Командировка окончена, и все прошло нормально. О, полусухое. Полу. Настроение хорошее, ошибки исключаются. А разве они возможны? Кто они? Ошибки. Когда я с тобой, малыш, ошибки не будет. Мы, как саперы, наши ошибки обычно заканчиваются катастрофой. О деле ни слова. Ты голоден. Как Фальстаф. И влюблен, как Ромео. Секундочку, дорогой. Ой.
интересно, что-то стали меня с радостью отпускать на охоту. Странно. Вас слушают. Ревность. Сколько жертв было принесено этому чудовищу? Эдуард. Эдик, где ты? Эдуард, что случилось? На объекте ЧП, малыш. Только без катастроф. Ромео мой. Нахал! Эдик! Подожди! Постой! О, Господи, я же могу упасть! Эдуард, я тебе говорила, никуда от меня не скроешься! Но в конце концов, посмотри хоть на меня! Эдик! Эдуард! Мне, пожалуйста, куропаточку и зайчика, и как можно побыстрее. Покупатель, на охоте надо быть попроворнее, а не в магазине. А что это у меня грубите? Вы на работе находитесь. А я вам не жена. Вот дома с женой так и разговариваете. С женой я и не так поговорю. Вот и говорите. Возьмите сдачу. Эдик! И с места, где он? Кто? Послушай, Лена, я не ручаюсь за себя. Эдик, тебя кабан укусил? Ой! Где он? В ванной. Еще и моется. Да, а что? Тем лучше. Пойдет на тот свет чистеньким. Я так хочу, чтобы откройте. Лето не кончалось. Откройте. Я так хочу, еще поет. Чтобы лето не кончалось. Не с места. Руки вверх. Эдик, сынок, здравствуй. Папа, с легким паром. Эдуард Матвеевич, вы почему не обедаете? Я на диете, Акоп Тигранович. Я вчера случайно вас видел в метро. Это и есть ваша жена? Увы. Я же вам говорил, что она у меня со странностями. Понял. И как мужчина мужчине, сочувствую. Спасибо. Пожалуйста. Леночка, родная, я так расстроен, что даже не пошел обедать.
Ну да, опять на охоту с Акоп Тигранычем. В субботу и воскресенье. На энтузиастов! Пожалуйста. Благодарю. Тигранча. Сюда, пожалуйста. Туда? Да. Благодарю. Что это? Он. Кто он? Заяц. Ради которого вы каждую субботу и воскресенье таскаете моего мужа на охоту? Ой, ну что, что вы делаете? Что вы делаете? Какого зайца? Какого мужа? Какая охота? Что это? Что это? Какого мужа, я вас спрашиваю? Митрушкину я, жена Эдуарда Матвеевича. Эдуард Матвеевич, срочно зайдите ко мне. А вы меня вызывали, Акоп Тигранович? Маленькие ошибки иногда меняли ход истории. Thank you.